Джи, с победой. Победа получилась очень нелегкая. Как тебе вообще игра? Ну, игра сложная. Вот, в принципе, до игры было понятно, что будет очень много борьбы, очень много единоборств. Вот, но то, что выиграли, это самое приятное на сегодняшний день, потому что задача была, понятное дело, выиграть. И тем более Марибор, как все прекрасно знают, как многие говорят об истории. Поэтому самая главная победа, все молодцы. Сколько раз слышал вопрос про Марибор, лично ты? Ну, на самом деле, попадалось в глаза, конечно, так как я сейчас очень мало времени провожу в соцсетях, вот, но все равно я видел, да, про историю, про старые видео, нарезки, про удаления, да, которые были в той игре, поэтому эта история, которую, можно сказать, сегодня, да, можно сказать, она закончилась, да, наверное, потому что мы сегодня победили, самое главное, всех с победой, все молодцы. Тем не менее, первые минуты очень получились тяжелыми, словенцы завладели инициативой, специально отдали территорию или так получилось? Ну, повторю, что до игры еще знали, что будет такая сложная игра, вот, и тем более мы играли на выезде с хорошей командой, такие как Словения, вот, то, что они завладели инициативой, ну, скорее всего, так получилось, потому что мы тоже хотели немного играть выше там, но понятное дело, что, может быть, что-то не получилось, и поэтому так сложилось, что у них было больше инициативы, но при этом мы забили 2 гола, вот, что, конечно же, тоже очень приятно, вот, и, в принципе, как-то так получилось, сначала было такое, да. Второй гол забил ты, гол получился просто потрясающим. Расскажи, как это было, и часто такие забиваешь? Я, честно, даже не могу вспомнить, вот, как что было, но понятное дело, что там была заварушка, рикошет, отскок от поля, вот, и я там как-то упал. Моя задача была просто попасть по мячу, чтобы не было там контратаки назад, и, конечно же, по возможности попасть по воротам, что, в принципе, и получилось. Вот, очень приятно, что забил гол, что он оказался победный, поэтому всех с победой. Травма Дивеева для тебя, как для центрального защитника, много проблем доставила? Ну, я бы выделил, конечно же, Дивею самое главное — крепкого здоровья, чтобы это оказалось несерьезной. Вот. Но я бы выделил Осипенко и Чистякова, которые вышли в такую сложную игру, вот, которые просто бились как львы. Вот. Они огромные молодцы. Вот. А Дивею, конечно же, самое главное — крепкого здоровья, вот, потому что... Ну, почти с первых минут он получил травму и тоже очень долго не хотел уходить. Бился, старался, но потом уже боль была очень резкой. Вот, поэтому самое главное — крепкого здоровья. И потрясающий гол он тоже забил. Вот, очень важный гол. Поэтому огромный молодец. Когда словенцы забили второй, и судья долго проверял этот гол, какие были мысли? Честно, мысли были 50 на 50, потому что я тоже чиркнул мяч, вот, и было непонятно, как он будет трактовать, потому что я точно не знал, а я последний тронул мяч или сначала тот нападающий, с кем я боролся, вот, поэтому, наверное, слава богу, что так получилось, вот, и хорошо, что не засчитали гол. В итоге мы выиграли, хорваты сыграли в ничью, хотя они тоже забили гол, но не засчитали их гол, было бы 3-2, стало 2-2, что скажешь? Ну, мы только что, когда зашли в раздевалку, конечно же, все порадовались сегодняшней победе и посмотрели турнирную таблицу, потому что было очень интересно, как они сыграют. Вот. И, конечно же, их ничья очень для нас хорошо сказалась, так скажем. Вот. Но идем дальше. Очень сложные 2 игры впереди, где нужно смотреть только на свою игру и отталкиваться только от своей игры. Тебя сегодня признали игроком матча. Народ, не обманешь. Спасибо. Спасибо.